кондиционер дует. Автоматика, все. Жара жатве не помеха, говорят комбайнеры, особенно когда работа идет на современной технике. Как рассказывают аграрии, они просыпаются в 5 утра, 2 часа готовят технику, и когда спадает роса, выходят в поле. Молотим до 8, до 9, как роса выйдет, ну, команет, сразу видит, что барабан шумит. Сразу глушим, буду выгружаем, домой спать. Обед, ужин, как полагается. В этом хозяйстве Пестричинского района к уборочной приступили в конце июля. На сегодня обмолотили зерновые на половине площадей. Некоторых в начале и в конце колоска даже щуплые зерна. Уже видно, урожайность озимых лучше, чем у яровых. 32 центнера с гектара против 27. С учетом засухи это неплохой показатель. Погодные условия нас не баловали. Вот получается, у нас выпадение осадок наблюдалось это 5 мая в количестве 25 миллиметров. И уже вот после этого дождей нас не было. В основном мы занимались внесением, ну, подкормкой, корневой подкормкой и листовой подкормкой. Вот за счет этого мы как бы вот добились такого урожая. По темпам, объему и урожайности пестричинцы среди районов идут в середняках. В полях работает более полусотни единиц техники. Сейчас почти завершили уборку озимых. Чтобы закончить работы в срок, предусмотрены меры поощрения. Комбайнеров премируют, также привлекают бригады из других регионов. С других регионов 5. Вот сегодня еще 2 приезжают. Потому что у них там уборочный кончился. Вчера было вот, по 3 группам было награждение. Сертификаты, денежные премии выдавали. На сегодня в Татарстане аграрии собрали уже более 2 миллионов тонн зерна. Обмолочено более половины посевных площадей. Средняя урожайность 27 центнеров с гектара. По сравнению с прошлым годом это почти на 10 центнеров меньше. Селекционеры семенами очень хорошо работают. Уже подбирают такие семена, которые засухоустойчивые. Обработка почвы даже в такой засушливый год получаем такой хороший урожай. Сейчас по объему собранного урожая в лидерах Тетюши и Буинск. У них в закромах более 100 тысяч тонн зерна. По урожайности Тетюшский район также на первом месте. Высокие показатели в Кайбицах и Дрожжином. Даже в некоторых районах двухсменную работу работают. Вот мы каждый день потенциал работы наших комбайнов смотрим. Пока идем вот с цифрой там 100% не можем сказать, но 99% идем прямо очень хорошо. В этом году, по прогнозам Минсельхоза, в республике планируют собрать чуть менее 4 миллионов тонн зерна. Это почти на 1,5 миллиона тонн меньше, чем в прошлом рекордном году. Сейчас важно, чтобы погода опять не подкачала и не помешала завершить уборочную. Дмитрий Аринин, Владимир Гурьянов, ТНВ, Татарстан.